Всем добрый день! Сегодня я в отличном настроении сделаю для вас видеообзор жилого комплекса Мацеста Парк, который уже давно сдан, и покажу вам одно предложение – готовая квартира с ремонтом, которая подходит под ипотеку. Если вы интересуетесь недвижимостью в городе Сочи, не забывайте подписываться на мой канал, если вы еще этого не сделали. Очень хороший качественный дом, граничит с лесом, классное ровное место, самое начало Мацеста. Дом уже сдан. Дом бизнес-класса, статус квартира, все центральные коммуникации. Все здесь замечательно, практически уже во всех квартирах сделан ремонт. И как раз одну из них мы сейчас и посмотрим. Проходит здесь ипотека, соответственно, любого банка. Гортензия. Классно, конечно, в Сочи. В плане растительности это просто... уникальный город. Здесь растет практически все. Территория небольшая, но в принципе достаточно мест для парковки. Очень хорошая детская площадка. Здесь вот с правой стороны у нас полиция. Блюдет за порядком. Вот прямо детская площадка, внизу здесь тоже цикасы высажены. Первый этаж отделка керамогранитом, остальное фасад утепленный караед с такими декоративными колоннами. Сейчас отойду издалека, покажу. Все здесь в принципе в шаговой доступности, хороший очень рынок, через дорогу магазины. Конечно же, наша знаменитая Мацеста. Поликлиника, почта, банки, все есть в этом замечательном новом районе и очень красивая набережная. Кстати, я прикреплю под этим видео внизу. Я делала обзор этой набережной. Кому интересно, можете посмотреть. Вот такой красивый получился дом с панорамными окнами, с красивыми балконами из монолита. Класс, мне очень нравится. Отличное предложение, 43 квадратных метра, угловая квартира с ремонтом, хороший квадратный коридорчик, отлично здесь выделена ниша под шкаф, с левой стороны санузел, в санузле ванна, белая плитка, раковина, унитаз, вытяжка, натяжной потолок, стены оклеены обоями, на полу ламинат 33 класса. Очень удачно, на мой взгляд, выделили зону кухни. Здесь отлично встанет холодильник. Все коммуникации уже выведены. Розетки-выключатели, выводы для посудомоечной машины и для раковины. Два балкона, один рядом с кухней. Можно его сделать как хозблок. Отличный вид на лес, замечательный. Очень удачно планируется, здесь можно выделить две спальни и отдельную кухню. Также уже установлен кондиционер и даже немного здесь у нас есть вид на море. И второй балкончик, тоже небольшой, но и не маленький. Балкон. Стоимость квартиры 5 800 000 рублей. Цена ниже рынка на 200 000 рублей, и данную квартиру можно приобрести в ипотеку. Дом очень качественный, монолитный, строился по 214 федеральному закону. Конечно же, коммуникации здесь все центральные. Своя собственная индивидуальная газовая котельная на крыше этого дома. Поэтому я рекомендую данное предложение как одно из самых лучших в этом районе. Два лифта здесь, пассажирские, грузопассажирские. Приятный подъезд. На первом этаже здесь работает консьерж. Если у вас остались какие-то вопросы касаемо данного предложения, звоните или оставляйте заявку мне на WhatsApp. Я всех благодарю за просмотр этого видео. Не забывайте делиться им со своими друзьями. Если оно вам понравилось, ставьте лайки. А я всем традиционно передаю огромнейший привет из города Сочи. Всем хорошего настроения.